Ну, безусловно, это болезненно воспринимается, потому что на самом деле усилий очень много было потрачено на защиту полуострова Крым. Россия после ударов по Крымскому мосту, по ряду объектов, военных аэродромов и так далее, за эти полтора года много всяких было ударов, ну, где удачных, где менее точных, но неважно. Они действительно свезли туда все, что можно. То есть все средства ПВО, которые могли там быть, они, безусловно, там появились. Тем более, что потребность в этом была и для защиты флота, Черноморского флота. И как выяснилось, это все бесполезно, это все не работает. И это при том, и это хочу подчеркнуть, при том, что еще пока дальнобойные ракеты «Атакамс» и «Таурус», которые обещают предоставить, соответственно, американцы и немецкие союзники, еще пока не поступили. Там тоже вопрос количества, да, сколько их будет, этих ракет, для того, чтобы обеспечить нужное поражение целей, так сказать, в промышленных масштабах. Но тем не менее, если «Нептуны» переделаны, не переделаны, то раз разговор уходит. Я не эксперт военный, вот тут многие говорят, что давайте сводки военные. Ребята дорогие, военные сводки мы политически экспертируем. Мы говорим о политической стороне, потому что вот так этих военных сводок, вот детали с дипстейтом, это уже было. А вот какое это имеет политическое выражение, это, по-моему, имеет значение более решающее. Потому что в зависимости от успеха как раз вот этих военных операций, зависит в том числе и поставка вооружений, как мне представляется. То есть американцы смотрят за происходящим. И вот их страхи относительно того, что мы вот дадим ракеты, там, «Таурус» или еще «Атакамс» и так далее, а это приведет к эскалации еще больше, и Москва ответит с помощью ядерного оружия или что-то в этом роде. Вот это все вместе, оно как бы оказалось не очень-то и работает. Так? И по сути своей сейчас ситуация выглядит так, что фактически у России очень скромные возможности для защиты полуострова, как и ряда военных объектов, военной инфраструктуры на территории Российской Федерации. Потому что вот удары по Курску и особенно Псковским аэродромам, где два самолета тупо погибли, это, безусловно, показатель того, что Украина располагает разнообразными средствами. И ракетами, и дронами, и запуская их даже с территории России, может наносить цели по целям удары постоянно. Вопрос ведь в другом. Они говорят, у нас, говорит, затяжная война, нам выгодна затяжная война. Это неофициально говорится, но это говорится с учетом того, что а вдруг мы дотянем до ноября следующего 2024 года, и там президент Трамп, сменивший Байдена, вдруг изменит как-то хотя бы украинское направление политики. А вы просто до этого ноября 2024 года, вы понимаете, сколько всего у вас утонет, взорвется и исчезнет? Даже если представить, что действительно смена обитателя Белого дома в овальном кабинете приведет к каким-то изменениям. Хотя не факт совершенно, потому что решение относительно украинского направления принимается коллегиально, а не одним президентом. Он может тормозить, ускорять, но он не может пойти против Конгресса. Он не может пройти против истеблишмента. Тем не менее, Москва все равно делает расчет на затяжную войну, которая ведет к увеличению всех этих издержек, в том числе и военных потерь. Так что с этой точки зрения, безусловно, и, конечно, все, что происходит, происходит против версии того, что затяжная война может быть удобной и выгодной Москве. Она бьет, да, и по Украине тоже, мы не будем этого отрицать. Конечно, так сказать, чем дольше война длится, больше людей гибнет, больше целей поражается. Россия использует имеющиеся у нее баллистические ракеты и другие. Но и получается, что и ответные действия ведут к потерям, которые... где восполнимый, где нет. Потому что Черноморский флот, он тем и особенен, что там, если какая-то важная часть его потонет, военная, да, то он вообще окажется недееспособным. Вот это тоже надо учитывать. Кстати сказать, ракеты «Таурус» или там «Атакамс», баллистические ракеты, могут этому в решающей степени поспособствовать. Про затяжную войну мы еще отдельно поговорим. Это очень важная такая подтема. Я только скажу, что хотели военные сводки получать. Все-таки говорят, что это была украинская ракета «Нептун». Да, хотя есть и сторонники того, что это был «Storm Shadow». В любом случае, результат, то, что называется, как говорил Лобановский, на табло. Ну и я помню, как в начале полномасштабного вторжения у нас появилась благодаря крейсеру «Москва» легендарная марка, которую раскупали за сумасшедшие просто деньги даже иностранцы. Да. Я думаю, что первые
подводная лодка, она тоже должна стать лейтмотивом для Укрпочты. Значит, почему очень важны эти удары? Во-первых, они очень похожи на подготовительные, потому что уничтожается на полуострове противовоздушная оборона. Мы говорим про вышки Бойко, мы говорим про Севастополь и множество другое, что происходит. Ну и в целом, Марк, наверное, удары по Москве – это больше о политике, о сдаче, или, как говорит западная пресса, для адреналина в крови украинцев. Мы жаждем, конечно же, сатисфакции. Крым – это другое. Это то, что называется Кощеева игла, которую Путин там спрятал, и Крым – это полуостров для него престижа. Рейтинг взлетел после аннексии. Ну и о потере мы предполагаем, что невероятно ударит. И, конечно же, мы занимаемся тем, чтобы расчистить всю эту площадку и добраться до Керченского моста. Но мне кажется, что это достаточно оптимистические оценки, что с потерей Крыма Путин может потерять все. Так ли это? Вот что на кону, если мы говорим исключительно о полуострове? Ну, смотрите, все время как-то менялось представление о том, что является, ну, скажем так, краеугольным камнем в системе власти Путина в контексте войны. Считалось, что а вот Херсон возьмут, и многие так считали. И знаете, для этого были основания. Нельзя сказать, что люди сильно ошибались, эксперты сильно ошибались. Что с потерей Херсон, ну как, единственный региональный центр, который с начала войны, с 24 февраля 22 года был взят, ну как это перенесет общественное мнение, там, военные и так далее. А оказалось, нет, это нормально. Сейчас, вы знаете, после всего, что уже было, честно говоря, я думаю, что и Крым потерять могут. Могут потерять Крым, и ничего не произойдет. Вот я и сам удивлен тому, что я говорю. Ну, так сказать, раньше бы я бы сказал, что ну нет, ну что, ну Крым, ну это же мифологическая такая вещь, достижение главное Путина, там, 14-й год, все. А сейчас вот у меня такое ощущение, что такая обстановка, ну, и, видимо, это связано с тем, что система окончательно сдрейфовала в сторону тоталитаризма, что... Ну, потеряют, ну, значит, как пережуют, найдут способ как-то населению внушить, что это на самом деле не катастрофа, что мы обратно вернемся, еще что-нибудь. Я бы вот сказал так, потому что, ну, не очень понятно, а где искать возмущение? Ведь вот смотрите, даже если представить, что во властном классе это будет использовано как предлог, а, Путин Крым потерял, давайте его поменяем. Так он же тоже ведь под это дело уже провел специальную операцию, чтобы не допустить таких заговоров. Посмотрите, что он сделал с Пригожиным. И ведь кто-то скажет, он это сделал демонстративно. Произвело это впечатление? Конечно, произвело впечатление. Произвело очень сильное впечатление. То есть, собственно, те, кому это было адресовано, властный класс все понял. Он все вкурил, им больше повторять не надо. Они поняли, что любое проявление какой-то там фронды или чего-то даже отдаленно напоминающего, оно приведет к тому, что тебя уронят на самолете. Поэтому я думаю, что, собственно, кто должен возмутиться потере Крыма? Вот кто это? Население, ну так оно подневольное, абсолютно оно не в состоянии ничему сопротивляться, аппарат силовой подавит любое возмущение. Внутри власти какие-то группы, ну понятно, силовые группы, потому что у них есть ресурс для этого. Потому что от того, что кто-то там проголосует в Госдуме или в правительстве, или там в аппарате президента, от этого Путину ни горячо, ни холодно. Это вообще подневольная среда, челядь. А силовой аппарат, ну так он тоже ведь вот в некотором анабиозе находится, понимаете? Они друг друга, в общем, контролируют, они друг друга пытаются, так сказать, выслуживаясь перед, выказывая лояльность перед Путиным, контролировать, держать в страхе и так далее. Поэтому, честно говоря, у меня все больше склоняется мнение к тому, что, скорее всего, с высокой степенью вероятности, да, Крым потеряют, и ничего такого не случится. Небо на землю не упадет, они будут жить дальше, как ни в чем не бывало. Ну, собственно, в подтверждение ваших слов, это эти полтора года, да, начиная от крейсера «Москва», заканчивая действительно освобождением Херсона, Харьковской области. Система пропаганды, машина настолько мощная, что она действительно, она ведь подарила нам множество мемов на тему того, что отрицательное наступление, стратегическая перегруппировка, и поэтому, да, они действительно смогут это все объяснить. Хотя, с другой стороны, мы будем, наверное, бесконечно напоминать, что Севастополь именно они называли городом русской славы, да, но сегодня эта слава расстреливается аж бегом. В то же время, значит, к чему стоит готовиться россиянам, и вы об этом часто говорили в своих эфирах, и мы в целом, да, это мобилизация, она где-то там в перспективе, но и в целом ведь спикер Госдумы Петр Толстой, он совсем недавно сказал, там, на вопрос его так спросили, а сколько же еще? Не вот так, как Шойгу, пожимая плечами, он прям сказал, что это надолго, и даже там предположил, что это года, да, он сказал 2-3 года. Я уж не знаю, Таня, наверное, невозможно замерить настроение россиян, как много у
слышала эту информацию, но вот наверняка сегодня от нас это услышат зрители. Тем не менее, Петр Толстой понимает, что никакой СВО не существует. Это не короткая прогулка, это 2-3 года. Значит, а вот эта информация, как она может действительно повлиять на настроение? Вы сказали, что они подневольные россияне, но в целом вряд ли все хотят еще терпеть 2-3 года. А вы понимаете, опять же, вот что значит терпеть 2-3 года, понимаете? Какой у них выбор? А даже объявив мобилизацию, это не просто терпеть там у себя дома, а это как бы отправляться и умирать. Да? Мы видели, как они это переживали, ну, съели, когда им 21 сентября прошлого года предложили именно это и сделать. Ну, хорошо, тогда они еще не понимали, да? Ну, прогулка на рыбалку, как поехали, 325 тысяч, как сам Путин говорил, мобилизовали, и что? А сейчас вторая мобилизация, она кто-то питает иллюзии о том, как она будет проходить с точки зрения, куда этих людей направляют, и если эти 2-3 года придется воевать, а там модель жизненная, цикл у такого призванного мобилизованного, она не очень короткая. Поэтому, честно говоря, 2-3 года, там больше ли лет, мне кажется, сейчас уже то состояние, когда мы не обнаруживаем никаких внутренних сил у общества, там, я не знаю, у обывателей, у их представителей, в конце концов, с тем, чтобы возмутиться этому, как-то этому воспрепятствовать. Но нет такого представления, понимаете? Такое ощущение совершенно иное складывается, что эти люди, по сути, смирились. А раз они смирились, ну, видимо, другого выхода нет. Другого выхода нет. И, в общем, я склоняюсь, думаю, что да, никакого возмущения не будет, они будут терпеть и принимать и 2 года, и 10 лет, и 100 лет. Я бы хотел рассуждать по-другому, но я не вижу признаков этого. Пусть мне кто-нибудь назовет, вот смотрите, смотрите, все-таки есть какие-то. Ведь я напомню, в связи с 21 сентября прошлого года мобилизации, вы помните, выходили в Дагестане, митинги были, еще что-то было. Кто-нибудь давно видел какие-то публичные выступления? Хоть какие-нибудь, хоть по поводу, ну как-то связанные с войной, а там не... какие-то другие вопросы, и никто ничего не видел. Так почему мы должны исходить из того, что потенциальное, значит, состояние войны, я даже стрим по этому поводу делал, у меня на этом канале есть стрим, что «Большая война», по-моему, назывался, если кто, кому интересно, отсылку туда делал. Система тоталитарная вне войны не существует. Война является определяющим фактором политического функционирования тоталитарной системы. Вне мобилизации вечной, да, невозможно контролировать биомассу. И поэтому на самом деле затяжная война – это еще и фактор политический внутренний, который дает возможность, первое, значит, убирать кумулятивный материал из субъекта федерации автономии, людей, которые там, не знаю, пассионарны там и так далее, их утилизируют, особенно вот из национальных регионов, из автономии, мы же это наблюдаем. Людей убирают, просто вот в унитаз спускают, его нету, понимаете? Значит, это возможность... дополнительное для, так сказать, обоснования закручивания гаек еще больших. Ну, например, не выпуск за пределы территории Российской Федерации под предлогом электронных повесток и всего остального. А это что? Это последние свободы частные. Как? Свобода выезда и въезда гарантирована Конституцией. Я вот говорил, границы перекроют. Вот скоро не будут пускать. Знаете, как надо мной вот тут в чате смеялись? Еще там, я не знаю, год назад говорили, Фейгин дурак, он все время в крайности тут впадает. А как крайности? Вот она, практическая мера. Вроде как в Конституции статья есть, но, извините, в Сталинской Конституции была статья о свободе слова. Понимаете? Ну и что? На заборе написано, а за забором ничего нет. Поэтому не в этом вопрос. А реализация именно такая, что сейчас выехать за границу, сейчас свободно обмениваться информацией, да, когда за лайки сажают по 207.3, так можно по рогам получить там лет 7. И что? Где же это все? Это все перекрыто. Винтель перекрыт, все, конец. Поэтому с этой точки зрения ситуация, ну, как бы, я бы сказал, такая, что война будет имманентной для функционирования системы. Вот ты прекращаешь войну, и чем занимать население? Строить социализм? Ну, как бы, это не про них. Что строить-то? Строить-то нечего. Ну, хорошо, лунную станцию там, что они там строят? У них все падает. Поэтому война – это хороший еще и заменитель занятости. Смотрите, они на войну людей отправят, зарплаты платят, зарплаты. Но насколько это все хватит? Насколько это исчерпаемо? Так что я бы сказал, что, скорее всего, уже никого не пугает долгосрочная война. Видимо, с этим уже примирились. Все-таки она давно идет.
Год и 6 месяцев. Слушайте, Вторая мировая, то есть, а Великая Отечественная, будем говорить там, Вторая мировая с 39-го, ну хорошо, с 41-го, она 4 года шла. И что? Ну, 4 года. А это уже длится год и 7 месяцев. Ну вот, вот ответ. Не хороните раньше времени космические программы Российской Федерации, потому что, как мы знаем, они будут сотрудничать с Северной Кореей. И, ну, это успех. Будет, они с Зимбабве такой договор подписали, и что? Да-да-да, там будет новый импульс, мы его очень ждем. Но я сейчас, как раз пользуясь условными космическими услугами, тогда попробуем с вами разобраться, сделать экскурс в прошлое. Я понимаю, о чем вы говорите, да, что невозможно выйти на сегодняшний день там, на какие-то протесты, выступить против мобилизации, против войны, Росгвардия уже вооружена жена до зубов, все, что осталось, осколки от Вагнера им передали и так далее. Очень часто россияне пишут, что они надеются на победу вооруженных сил Украины, потому что украинская армия придет и их освободит. Да? То есть они понимают, что своими силами или смирились, или не хотят бороться. Я всегда говорю, что смотрите, друзья, у нас же тоже была разная история в Украине, тоже были разные власти. И у нас был свой Майдан, своя революция в 13-14 году. Невероятно тяжелый, невероятно трагический. Расстреливали мирных людей просто в центре столицы, да? И тем не менее, это нас не остановило. Там были и дубинки, и слезоточивый газ, абсолютно все. Ценой жизни наших героев, наши небесные сотни, мы вырвали и выхватили свое право на будущее, да, на свободу, на демократию, на стремление к Европейскому Союзу. Вот эти свободы, точнее, не свободы, которые сегодня доминируют в России, ведь они, Марк, не пришли в один день. Не в один день собралась Госдума и проголосовала. Это же длилось десятилетиями, гаечки по чуть-чуть вкручивают. Так можно ли сказать, что сами россияне виноваты, потому что допустили, потому что вовремя не сказали нет, не ударили по рукам. Недостаточно было одной болотной площади, значит, их должно было быть множество, и тогда, возможно, мы бы не оказались все в точке и 14-го года, и тем более 22-го. Не, ну это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Вот нам сейчас, вот мне таким кидают часто упреки, а вы вот за границей, вам хорошо. Ребята, как за границей? Нет такой организации, в которой Фейгин не пребывал за эти годы, в качестве там участника, там я в солидарности этой несчастной был, я был у Касьяна в РНДС и так далее, и все нулевые, десятые, мы все призывали, давайте, вот это, ходили там на этой болотной, она начиналась, когда на нее ходили по 500 человек, вот не помнят они, а я это помню, я там был все время, как член Федерального полицейской солидарности, все время московской солидарности это проводил, и что? Население безучастно смеялось так, ха-ха-ха-ха, вот дураки, хоть дем шиза. А теперь что? Теперь что? Вот не надо, смеялись и радовались, а теперь надо ехать умирать. А зачем умирать? Ну, потому что власть не поменяли. И в 2012 году, когда все события бушевали, я хочу сказать, вот я лично, да, я закрывал митинг на Чистопрудном бульваре. Запись вон есть, посмотрите. Я сказал, революция через 3 месяца, снести к чертовой матери Кремль. Я закрывал этот митинг, после которого началось знаменитое шествие, когда всех повязали. Ну, погодите меня, и на Болотной я выступал на митинге. А где были все эти люди? Почему мы должны адресовать к себе эти претензии? Я-то все время выступал, я вообще одно и то же говорил все эти годы. Ну, я понимаю, на себе не показываю, что называется, плохая примета, но я к тому, что на самом деле действительно упущены были все возможности, какие только можно. Все до единой возможности были упущены. Все, что нужно было сделать, можно было сделать. Неправда, что нельзя было сделать. Но люди вот ну так обошлись, они вот так, все у них сложилось, что они, значит, проигнорировали эту возможность. А сейчас, конечно, в точке замерзания, вот на самой низкой, на которой находясь, естественно, а как с нее подняться? А как с нее подняться? Никак. А как ты поднимешься? Поэтому с этой точки зрения, да, безусловно, шанс был упущен, шанс был великолепный. Вот и все. Я все равно настаиваю, всегда говорю нашим зрителям, что, ну, даже пример этой войны, он показал, если вы помните, как заходили российские войска, это Сумская область, это Херсон, видео, безоружные украинцы, которые своими телами бросаются на танки и на БТРы. Ну, не было никакого вооружения, не было никакой армии за их спинами, но они понимали, что даже не имея никакого паритета силы, за свободу, за свою стоит бороться. А иначе однажды ты проснешься даже не в современной сегодняшней России, и без того тоталитарной, а проснешься в Северной Корее, потому что мы видим это сближение, но и там совершенно другая жизнь, совершенно другая страна. Тем не менее, Марк, конечно же, будем говорить это как раз в контексте встречи
чем. Мы с вами начинали, по сути, нашу неделю в предвкушении, а сейчас мы уже видим очень многое, что происходило, и заявление Путина, и то, как Путин, который когда-то заставлял весь мир всех лидеров себя ждать, теперь, значит, он как зайчика облизывает этого Кима. Мне очень понравилось, как написал Невзоров, Пыня и Иня встретились, ну и ясно, что все это для того, чтобы получить боеприпасы. Но есть вводная от ГУРа. Значит, с одной стороны, Кирилл Буданов говорит, что боеприпасы на фронта попадает в Северной Корее уже полтора месяца. То есть они договорились давно, да. И вот эти эшелоны идут. Соответственно, можно было бы втихую так все оставить, на крыску так. Никто не знает, никто не встречается и не подтверждает. Тем не менее, происходит встреча, как будто бы она больше Киму нужна, да, Ким Чен Ыну, точнее, чем Путину. В общем, почему, если боеприпасы уже идут, все равно нужно было встречаться на Дальнем Востоке? Не, я бы не сказал, что Ким Чен Ыну, она больше нужна, чем Путину. А что Путин поперся в Владивосток, казалось бы? Ну, если надо Ким Чен Ыну, и до Москвы на своем бронепоезде доедет. Логично? А нет же, он к нему на Владивосток полетел. В конце концов, Ким Чен Ын не летает на самолет, боится, что собьют или там что-то еще, но сам факт остается факт. Может, просто боится, что самолет упадет. Извините, самолет падает и просто так, помимо всего прочего, по техническим, другим причинам, хотя никто не верит, когда падает с какими-то видными деятелями государственными. Но так или иначе, наверняка эшелоны идут, наверняка какие-то боеприпасы идут. Мне сложно судить, повторяю, я не военный эксперт, постоянно от меня требуют какие-то военного анализа. Мне для этого надо было закончить военную академию, ну, как минимум, военное училище, понимаете? Я его не заканчивал, поэтому я не пытаюсь отбирать хлеб у тех, кто в этом разбирается лучше. Но мое ощущение, может быть, это политический анализ, частично военно-политический, что больших количеств пока нет. Решающих количеств, которые могли бы серьезно, существенно повлиять на ситуацию на фронте. Вот смотрите, не было шахедов иранских, да? Там беспилотники вообще российские были вообще ни о чем. Ни о чем. Удара на беспилотников толком не было. Толком не было. Только появились шахеды, была существенная проблема. Вы помните, когда они летали, еще не начали их сбивать, конечно, обсуждали, какими средствами. То есть, меняла эта ситуация на фронте? Ну, может, не решающим, но меняла. Меняла, конечно. Ну, а как же не меняла-то? Понимаете? И то же самое можно сказать и с появлением других средств, понимаете? Видимо, рассчитывают не только боеприпасы, но и какие-то виды минометы, там еще что-то, танки, какие-то пушки собираются получать. Количество гораздо существенно больше, нежели там то, что видят сейчас на фронте. Так? Поэтому я предполагаю, что договоренности идут о более масштабных поставках, более решающих поставках. Но... как я уже тут много комментировал, я не вижу возможности без Пекина, который стоит за спиной Пхеньяна, этот вопрос решить. А на Пекин активно давят. Вот последите за новостями. Последите за новостями. Там же говорится о том, что раз за разом вводятся санкции, особенно на технологическую сферу, на фондовые рынки и так далее. Вон кто-нибудь Бинансом. Торгуйте на Бинансом. Вы посмотрите, Бинанс как лихорадит. А он китайцам принадлежит. Там и россияне, кстати, сидят в руководстве. Его просто колбасит, потому что выгоняют со всех рынков. А что вы думаете, просто так, что их выгоняют с криптовалютных рынков Binance, крупнейшую биржу? А потому что все, хватит, закрывается все. И поэтому как бы Китай отдает себе отчет, что если он закроет глаза, не повлияет, скажем, даже если Северная Корея захочет повести себя самостоятельно в этом вопросе военного сотрудничества с Москвой, то прилетит-то прежде всего Пекину. Потому что Пхеньян до фени, что им прилетать, они там рис жуют. Понимаете, сырой. А им какая разница, так сказать, перекроют? Куда больше, чтобы перекрывать? Он и так испоясан санкциями, там ничего нет. А для Китая чувствительно, это полтора миллиарда населения надо кормить. Поэтому, конечно, разного рода действия санкционные в отношении Пекина чувствительны, предельно чувствительны. Предельно чувствительны. Так что я вполне допускаю, что это еще очень осторожно подходят они, да, чуть-чуть, эшелончики, но туда-сюда. Но, в принципе, отдают себе отчет, осознают, что это такая опасная история, понимаете? Слишком злить американцев, которые отыграются на Пекине. Так что посмотрим. Это надо посмотреть. Я думаю, они о чем-то договорились, но отсылка к Пекину существует. И, возможно, Ким Чен Ын и сказал, вот у вас планируют встречи с главой КПК, да, вот вы там и решите этот вопрос. Вы решите Си Цзиньпином этот вопрос, потому что, ну, бог знает, чем это чревато. Если, так сказать, начать действительно гигантские склады, которые есть в Северной Корее, действительно за десятилетия скопленные китайского вооружения,
там, советского и так далее, самого северокорейского производства, если они все двинутся на восток Европы, на боевые, на линию фронта в Украине, понимаете? Ну, конечно же, если, так сказать, миллионы снарядов и всего остального. Ну как, больше людей убьют. И при том, что все отдают себе отчет, что устав ООН это запрещает. На страну агрессора всегда накладывается эмбарго. Вот оружие поставлять в Украине можно, а России нельзя поставлять вооружение. Вот как это не поймут, что Иран, что там все... Это запрещено, понимаете, международным правом запрещено. ООН запрещено. А это говорит, ну а что, этим же поставляют, и этим можно поставить. Но нельзя поставлять эмбарго, понимаете, запрещено России поставить. Может, в России кто-то не догоняет. Так устроен миропорядок и безопасность, при котором агрессор не имеет права ничего получать. Так что я думаю, что в процессе это все находится. Будем следить за повесткой, будем следить за изменениями, за новостями. Возможно, что-то увидим. Ну, я напомню, что там ООН, наша любимая организация, как правило, она говорит о том, что они осуждают кассетные боеприпасы, которые поставляют Украине, они еще больше осуждают с обедненным ураном, то есть они как будто бы чаще нас комментируют, чем то, что происходит с Российской Федерацией. Но почему, Марк, я предположила, что для Ким Чен Ина эта встреча важнее, потому что, значит, что она показывает нам в свете ситуации с российской армией, с боеприпасами, что их не хватает, что Путину приходится кольдовать, да, так или иначе. Иначе, не имея точной информации, но мы подсчитываем, что он ищет новые-новые средства. Мы это знали, что он там просил у Южноафриканской республики, что он там к Египту обращался так или иначе. В общем, искал. То есть это все заканчивается и начинается, ну или мы там в преддверии некого дефицита. Не то, что будет тишина. Война не закончится. Нет, я не хочу, чтобы наши зрители думали, что класс, финал впереди. Но за прошлый год россияне уже там по подсчетам они потратили около 11 миллионов снарядов. Северная Корея на данный момент, речь идет об 1 миллионе. Это не то, что покрывает как раз те нужды, которые есть у российских солдат на фронтах. Фронт огромный, если вы посмотрите на карту, множество километров. И тут мы как раз приходим к тому, с чего вы начали, та затяжная война. У кого же ресурсы закончатся раньше? Но почему-то, вот по крайней мере сейчас, все указывает больше на Россию, чем на Объединенный Запад. И дело в том, что война – это ведь еще противоборство индустрии, правильно? Военных индустрий. Доля российской экономики в мировом ВВП – это 1.5%. Говорят, снижается. Не буду утверждать, пусть макроэкономисты меня поправят. У одной Америки это больше 20%. Так? А вместе со всем союзниками, если собрать, это 70%. Основное военное производство технологически, высокотехнологически сосредоточено в США и в Европе. Спорить о том, чьи вооружения лучше, даже бессмысленно. Ну, как бы уже доказано. Ну как, ну можно как повторять, таковать, как это делают, значит, россияне, говорить, потому что наши тут вот горят как свечи, как Путин говорит, как эти танки горят, все это. Ну это на кого рассчитано-то? Сами же военные эксперты российские утверждают, что вооружение западное лучше, это очевидно, по всем показателям, по всем параметрам. А как долго хватит России возможностей вести войну, соперничать с 70% ВВП своими 1.5%? Вот сегодня вышла статья в Нью-Йорк Таймс, где, кстати, грамотно, так сказать, анализируются, ну, мало подтвержденные цифры о росте военно-промышленных производств в России, что чуть ли там не в 7 раз нарастили. Снарядов производят 2 миллиона снарядов. Я допускаю, что это сопоставимые цифры. Может, они не очень точные, но допускаю, что это есть. Допускаю, да? Но может ли это конкурировать? А вот типа еще на Западе еще не все запустили, Запад на пределе возможностей, потому что еще не возобновлены производства, которые, в общем, долгое время были и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что по этому поводу сказать? Я считаю, что конкуренция нет и не выдержит, потому что составляющей этой конкуренции является не только производство военной продукции, в том числе продукции двойного назначения, но весь экономический комплекс. Когда ты, а мы скажем, это непроизводительная сфера, да, потому что, ну, извините, ты выпустил снаряд, ты его выстрелил. Что осталось в итоге, да? Это же не укрепляет экономику, это ее обедняет. То, что должно было пойти на социальную сферу, еще вот не было войны, были какие-то деньги.
А война началась, их надо тратить на эту войну, платить зарплаты, похоронные, в конце концов, логистика, значит, вооружение, амуниция, кормежка, там все на свете. И в том числе производство военной продукции, которой в таком объеме не надо было. А теперь это все выросло кратно, многократно. Слушайте, Россия не выдерживала конкуренции в других сферах. Почему она должна выдержать конкуренцию в военной сфере? Вот я имею в виду производство. Почему она должна выдержать? Понимаете, если в России были «Жигули», так танк он соответствует приблизительно качеству самих «Жигулей» и ее конкурентоспособности с западными аналогами. Поэтому с этой точки зрения я не понимаю, откуда они возьмут резерв. Он сейчас есть, потому что, ну, все-таки готовились к войне, и наверняка есть ресурсы и так далее. Но он исчерпаем гораздо быстрее, нежели у вот этой суммы западного, коллективного Запада, их экономик. Отчасти они это понимают в Кремле. Они это понимают. Что война на износ. Да, война долгосрочная. 2-3 года. Он же тоже не с потолка говорит. Они сидят и считают. Они набрали монетаристов-очкариков, которые им держат финансово стабильную систему. Ну, та же Набиуллина, Силуанов. Это все выход из системной либеральной среды. Все гайдаровское порождение. Я состоял во фракции в «Выборе России» в Государственной Думе в 1993-1995 году. И вот этот институт экономической программы переходного периода и вышка, так называемая, высшая школа экономики, высшая, точнее, извините, да, ну вот, а они же, собственно говоря, были созданы при участии Гайдара и его либерального окружения. И эти все люди, они, в общем, в этой системе и находились. Там, кто преподавал, кто там ректорствовал, кто в институте экономической программы переходного периода Сильнельникова, значит, писал бюджеты, МАУ, помощник Гайдара был, кто ходил. Сейчас он в Израиле. Был ректором, значит, сбежал, во взятки обвинили. Он сейчас, всем спасибо, я в Израиле. Ну, они все туда. Вот, а, значит, ну и что? Ну и что? Вот он набрал их. Да, они грамотно, надо признать, пытаются маневрировать, лавировать в этой ситуации. Не будем отрицать. Что есть, то есть. Грамотно они это делают. Потому что рубль давно бы уже рухнул, вообще сорвался в пике, но этого не происходит. Финансовую стабильную систему они могут поддерживать, а вот военное производство нарастить. Для этого резервы нужны, а резервы арестованы, значительные, на Западе, их нельзя использовать. Торговля углеводородами, да, она выгодна, конечно, с учетом коррупции, воровства и всего остального, но тем не менее она всех потребностей не покрывает. Все равно не покрывает. В некоторых видах производства нет военных. Вот они только наладили ланцеты там и так далее. А их же не было вообще. Представляете, какие гигантские деньги тратятся и какие гигантские разворовываются. Но это святое там в этой системе. Это святое. Я не возьмусь сказать, каков резерв российской экономики. Я знаю, что он беспредельный на Западе. Но в силу тех причин, которые я уже сказал. Да, гигантского индустрии как таковой. И более эффективного производства. Но то, что это имеет предельные величины, в этом у меня нет сомнений.